Первый, это просто Вовочка-52. Ничего не сказал, он просто кинул фотографию. Вовочка-52, это его никнейм. Сигма, ему похуй. Ну, такой, как ты и говорил, качки здесь. Так это ты, так это не я, если что, окей? Видимо, Артём Граф. Ну да, кстати. Может быть, его брат, у него же есть брат. Вот тебе на Новый год. Бля, ну и ну. Нет, я слышал. Для меня вот Москвы вот эти веяния все-таки долетели. Привет тебе. Это не я, блядь. Это был мемолёрц. Так, опа. Обычный фури парнишка, 26 лет, люблю наряжаться в костюмы лисички. Я так понимаю, речь про... блядь. Это фэк, это левый тиктокер какой-то там странный очень нахуй. Типа Тори Фокс, только еще страннее. Ага, понял. То есть это, короче, не зритель, это именно фэк. Это фэк. Андрей, 15 лет, я просто актер. Это мой. Андрей, 15 лет, охуеть, у него грудная клетка прокачана. Я так понимаю, по твоей программе тренировок, да, охуеет? Ну да, да, там просто я говорил, как на лягушку быть похожим, вот он решил тоже. Приветики, я одинокий гуль, ха-ха-ха-ха-ха. Ну а если нормально, то я не знаю, что писать. Как думаешь, это чей? Прикинь, тебя смотрят. Не, если он меня смотрит, то... Сейчас. Ваня, типа... Что ты делаешь? Алло, ну вот просто вот эта хуйня на всякий случай у меня при себе, блядь. Если это реально мой зритель, я приду. А прикинь, он качок, блядь. Я не верю в эту хуйню. Предупреждаю, мужчин 25+, я забираю себе. 25+, чего, по сантиметрам? Опа, чувак, странно, да? Yeah. Согласись. Это нам вдвоем скидываться с тобой, и то не хватит. Вот блядь, просто вот такая, вот смотри, это супер дефолтная пацанская фотография. Супер дефолтная. Это мой, Кен, 100%. Саша, 10 вот лет, люблю твое. Делать кунилингус на кухне. Да, блядь, почему ты думаешь, что это мое? Да, Денис, yeah, вот 24, мое. Люблю качалку, делаю мьюинг уже 14 888 дней. Такс, это твой, 100%. 100%. Ну, а что? Смотри, такой Гарри Поттер небольшой. Это просто напротив него Кен сидел, они на одной кровати. Походу, гуленыши, это все твое, блядь, а мое это маленькие ребята, блядь, и качки, все. Почему гуленыши? А ух ты, блядь, ты видел? Ебать, спойлер дал. Вот это мой. Извините. Мальчики, пишите мне в ТГ, буду рада пообщаться. Ваня, скажи мой ТГ, мальчика еще пожалуйста. Хуй тебе! Хватит здесь искать парней, блядь. Нашли рассадник, сука. Мне так. Напишите в Инстаграм, если что. Макс, бля, вот это надо читать так. Макс 15, вот этот. Не-не-не, это фейк, это девочка 100%. Ты что, долбоёб? Это пацан. Это девочка, нахуй. Такс. Вот это мой Кент. Вот это мой Кент, просто багара ноль. Пацаны реально въебали аниме на... Вот мне нравится то, что, ну, просто пса поставили, ну, кенту. Да, блин. Он себе баки поставил, типа, крутой, а кенту просто пса какого-то ёбаного. Ну это школьники, нормально. Это школьники. Ну такие. Понятное дело, там лет 15. 14 лет Соболев Богдан. Это ж... Ну да, Соболев плюс вайб. Плюс один к вайбу, спасибо за косички. Матвей 17 лет, гений, бизнесмен, спортсмен. А почему здесь написано 10? Так тебе 10 или 17? Он попёздывает, мне кажется, по поводу своего возраста. Стан, ну... Миль, я сказал 14+, пускать. Почему 10-летку пустили на стрим? Это пиздец. Троша, 15 лет, люблю цирк и лимонад. Сука, это твой, скорее всего. Почему? Ну, мне кажется, вот у тебя нос в жизни такой же примерно. Ну, чувак. Ну, не знаю, у меня, да, у меня такие перспективы. Ты знаешь, что он вообще первый в компании в IT, блядь? Да, это мой. Это не он, если что. Это не он. Это мой, он в первой компании в IT, а этот просто подпивал какой-то с детским шапочком. Да, да, нормальный кент. 14... Ну, ты хочешь сказать, это мальчик, да? 14, играю в Roblox, люблю Диппинса. Ну, я не знаю, бля, прикинь. По-моему, это мальчик, девочка. Это 100%. А если она пропустилась? Я не знаю, Милли, видимо, подумал, что это мальчик. Не, ну подожди, это девочка или... Девочка, 100%. Братва. Это девочка, братва, или пацан? Вы что думаете? Как только девочки фоткают. Девочка? Mm-hmm. Хули вы бырбыркаете, блядь? Так, ух ты. Вот это какой-то Ярослав в Голливуде. Mm-hmm. Я жесткий мужик, мне похуй. Блять, это что, девочка суперголая? Не, вряд ли. Не, мальчик. А как ты это понял? По плечам. То есть у девочек не такие широкие плечи, плюс у него крепление широчайших мышц, не как у девочек. Зальный монстр. Угу, понял, хорошо. Это вот у тебя, это, так сказать, на ивентах в Майнкрафте. Вот да, такие, это в Майнкрафте главный босс ивента, блять. Понял.
Мне 16. О, это красивая фото, стой. Смотри. Мне 16 подходит, но я Дима, что еще сказать? Я Ловин, кому интересно. А как кот отправил свою фотографию с хозяином? Не знаю, братан, но Дима вроде как, вот, ну, что сказать. Дима такой пацан, просто нежный немножко. Охуенные зеленые глаза у Димки, блядь. Уши охуенные, ровные, блядь. Дима, это человек, блядь. Не, это хозяин его. Какой долбоёб будет называть кота Дима? И не надо говорить, что у меня кота зовут Ашка, окей? Ты вот курить хотел, блядь, в своё время, или нет, что, блядь? Нет, Аш — это пепельный, у меня кот пепельного цвета. Глубоко, Ваня, ты такой классный. 15 лет, любовный лайфстайл, рост 192, в скобочках выёбываюсь. Обожаю физику и алгебру. Очки не мои, не надо мне. Физика и алгебра — это разъёб. Но он 192, дальше уже никто не слушал. Дальше уже просто трусы сняли, вот так в основном. Ну, как будто из пуффиндуя, ёбаный в рот. Вот, ну, такой тип, ну, пуффиндуйчик прям. Реши пример мне, я не могу с этого чата. Вы ж... Ага, хорошо, блять. Ух так ты. Пусть скинут нахуй условия, сейчас решим, бля, проблемы, что ли? Илюша 16. Крутой, реально, ну, очень да. Крутой. Это он это тоже. Это он же. Да, 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 да. Блять, что это? Пацаны... Это охуенный тип. Пиздец, это вот... Именно я вот так и вижу, блять. Вот он сидит просто в телеге так. Сфоткайся на конкурс. А, окей. И прям сразу, ну, вот так встает. Знаешь, удивительно, что у него квадрицепс — идеальное продолжение его икры. То есть, ну, у него просто прямоугольная нога, как в Майнкрафте. Братан, вот я, знаешь, только за хуицепс знаю, что он у тебя не стоит. Это все, блять. За остальное вот эти трицепсы и хуй. Ебаная кириешка, блять. Это ну, я. Давай, крути, крути. Опа. А. Слайд-шоу. Вот он. 22, вот будущий инженер-строитель. Олдфан дерзко. Видишь? Да, братан, строитель. Мужчины, он мне, кстати, банки показывал. Тебе передают привет, ты кому-то банки показывал. Я не только банки показывал, я, в принципе, голый показывался сегодня на стриме. Вот прикольно, знаешь, то, что с тебя можно рисовать, типа, скажи, вот натуру, натуральные какие-то, да, картины. Ну да. То, что у тебя эстетичное тело и не стоит. Там же всегда висяк у скульптур. Вот прикольно, вот это реально классно. Пай. Чё? У меня стоит. Да не может быть, Дань. Ладно, давай не будем о больном. Так сказать, это, так сказать, тема уже зависла немного. Так, опять пропустили девочку. Моргенштерн, значит, да? 20 годиков. Нихуя себе, блядь. Нормально, нормально. Вот выглядят же, блядь, на 13 в 20 лет, вот, да? Охуенный такой позитивчик, блядь, ты ты. Все такие бэбики, что я чувствую. Чат, кто чувствует себя тетей, пока смотрит пацанов? Сейчас 12-летняя девочка будет писать я. Егор 16 лет, а что писать-то? Вот так вот. Ну слушай, этот, блядь, так-то, честно сказать, это выглядит что, неплохо. Я думаю, он краш пиздец. У там у девочек. Что, блядь? Чувак, убери машинку, сука. Ну я так, просто намекаю. Зачем там, ты угрожаешь нефором? Я не угрожаю, я просто предлагаю как бы вариант решения любой проблемы. Не, братан, ну я, бля, буду, и вот просто он в классе там вообще, он в школе, это же вообще там ходит пятиклассница и думает, блядь, вы видели Егора? Это же пиздец. Я вчера прошла вот так, чтобы он посмотрел, и он посмотрел, ребят, это вообще с ума сойти. Я тебе клянусь, они так всегда пишут. Бля, у меня к вас одни быдланы были, нахуй, поэтому у нас нормально все было. А ты иди нахуй, кстати. Иди ты нахуй, кстати. Спасибо за 100 рублей. Это мне тут донат, сори, спасибо за 100 рублей. Так, вот такой есть. Примерно ученик. Да ладно, он, блядь, для вида взял, сфоткал. Ух ты, Даня Кашин. Хуяся. Вообще, есть ли у твоих подписчиц шанс стать твоей девушкой? Да, у меня комната подписчиц вот там, по коридору и направо. В подвале, я видел. Только там почему-то детские голоса какие-то постоянно. Чувак, блядь, они просто аниме озвучивают. Если да, то хуй, у меня сиськи есть, а... Саня, 14 лет, люблю играть на гитаре. Охуенно, Саня, блядь. Ему настолько похуй было, что он просто... Какой-то кружок. Да, вспомни, как у тебя было, когда девчонки попросил ты фотографии. Там все так и так, да? Помнишь? Да. Тут, блядь, просто попросили типа сфоткаться нахуй. Что делает тем временем тип? Да он просто Сигма. И вот так вот. Все, блядь. Этот вообще с кружка скриншот скинул. Так. Мне интересно, вот до чего мы дойдем. Максим, обычный парень, 17 лет, хожу в зал, учусь. Ежей. Понятно. Бывает. Ну ладно. Ну, в принципе, в зал ходит, по твоим критериям подходит, правильно? Макс, 17 лет, фанат дерзко, Ваня, иди нахуй. Ты че, пернул чуть-чуть, да? Главное, там
Короче, блядь, моя целевая это под троечку, нахуй, либо под нолик, блядь. Бокал размером с голову, нахуй, все. А, бро, тебя не уважают, уходи ко мне. У меня тут пристанище нефоров, хоть кем будь, блядь, хоть вообще лошадью, сука. Лариса Гузеева фото отправила. Своего это, походу, мама своего сыночка скинула. Ну, вот такие ощущения от фотографии. У него одна нога, но две топы, блядь. Это, понял, вайб фотки какой? Сына, встань туда! Ну иди сфоткуй! Да, мам, нет! Да ну встань, блядь! Вот такой вайб. Сокол? Плюс один. У него, как у Сквидварда, реально просто ножки с двумя стопами, блядь, но оно одно. Бля, вот как хорошо пацанов смотрит. А ты прикинь, ты бы про, ну, какую-нибудь даму сказал, бля, пиздец, у нее там, ну, вот глаза, нахуй, или там что-нибудь такое. Это некрасиво. А вот пацану можно сказать, хули он встал, как ебанат. И ничего страшного. Если что, на кулаках выскочим потом, не проблема, ёпта. После семи на Медведкова, блядь. 14 лет. О себе. Внимательно, Дань. Занимаюсь плаванием. Да. Главный милхантер. Фанат Лысого 69. Не в обиду. Милхантер — это мой тип. Это, да, мой. Мне 12 лет. Не бейте, мне в мае 13. Школьник или рак в игре. Также тиктокер. 3000 подписчиков. Популярный... Это твой. Нет, это чувак, это... Ну, блядь, это я по-любому. Это... Если это мой, я его отдам тебе, но как бы бесплатно, не про... Мне 14 лет, не люблю торты, говорит. Бля, ну у него пиздец красивые глаза, и посмотри, какие брови ебанутые. Спасибо за фоллоу, Иван Снюсов. Угу, классно и хорошо. Я просто живу, мне 17, Игорь. Бля, Игорь, надо что-то делать с волосами, это пизда, мужик. Бля, мужик, у тебя солома нахуй на голове. Ну есть варик, как бы, если что, обращайся, могу за бесплатно. После семи на Медведкова, как бы, подскакивай, блядь, я там всегда бегаю с этой машинкой, блядь. Просто в газете маньяк Медведкова ходит, бреет всех, кто выходит с метро, блядь. О, чувак, а это он же? Ну он меня побрить не сможет, поэтому мне похуй. Ебать, почти как у меня мускулатура. Это как у меня мышцы напряг. Ну да, плюс-минус, что-то такое, предплечье называется, брать. Ты хуй знает. Такой крупничок. Вот знаешь, в чем самое... Сейчас мы будем заниматься... НЕТ! Блять. Вань, это, ну, ты намек мне какой-то даешь или что? Это мем-алертс, чувак. Это люди отправляют за деньги мем на стрим. Это твой голос был. Сейчас все равно не встанет, забей. Вот такой мужик есть в аудитории. А там сзади чел в Бравл Старс играет. Вот его брить надо. Шучу. 17 лет, люблю конь... А, люблю играть в игры, учусь на программиста, люблю общение. Угу. Так, кто из них наш подписчик? Я надеюсь, это правый. Надеюсь, наш правый, потому что он охуенный. Это Вин Дизель. Ага, понял, хорошо. Еще нет важнее семьи. Прикольно. Короче, правый мой, левый твой. Это мой. Ага. Первая фотка 15 лет, вторая сейчас, то есть 17. Ну я Дима, что еще сказать? Это сейчас типа Дима 17. Нет. Ну-ка, Кирилл. Кирилл, 19 лет, родом из Германии, ищу девушку помладше. Кирилл, блядь, ты... Кирилл, ты не на дайвинчике, блядь, ты на дайваньке, нахуй. Бля, прикол это, пиздец, конечно. Это я. Чё ты пишешь, это я! Вот такой есть. Поймал Stone Island, блядь, на голову. А, господи, очень стыдно, решил скинуть, чтобы девушки и Ваня поржали от души. Прекрасного вам настроения, о себе юморной баскетболист. Люблю Ваню, не как блогера. Родители знают, блядь. Или как? Ванёк, ну как бы твоя целевая, ну... НЕТ! Моя целевая хочет программу тренировок, твоя целевая хочет тебя выебать просто. Ну, чувствуешь разницу? Ты не прав. Ну, насколько у нас разные уровни? Смотри. Во-первых, у тебя не стоит хуй. Во-вторых, первого достаточно. Акватон. Угу. Найс фото. Найс фото бандит комнатный чел в чате. Ой, блядь, ладно. Хорошо. Это есть реально такие крутые фотки? Ты там с агрессивным ебалом стоишь там в резервах. Ой, бля, братан, у меня был Xiaomi Mi 5, знаешь, как у меня фотография была? Смотри, сейчас на стриме, я тебе показываю на вебке. Давай, подожди. Короче, у меня пресс был, и знаешь, как я сделал? Я вот так встал. Я вот так встал под лампу, которая на кухне была, вот так вот. Вот так вот отъехал, чтобы падал так свет. И вот так сфоткал пресс. Мне было 14, бля, понял? Я даже в ВК выложил эту фотку, чтобы, типа, девчонки в классе, типа, такие, бля. А потом пацаны пишут, ты что, еблан, что ли, тупой? Я говорю, бля, ладно, хорошо, если... Чтобы они не завидовали, я убрал ее.
19 лет, люблю деньги и юмор. Ну, с ним мы похожи немножко. Да? Да, у меня вот такой есть, есть, смотри. Ебать. Ух ты, блядь. 19 лет, больше сказать нечего. У него, да, у него просто кувалда, блядь, смотри здесь. Это не кувалда, это кусок этого стульчика, на котором бабушки туда-сюда. Что значит беру, блядь? Алло, нахуй? Вы не в Эльдорадо? Сидят, беру. Вот такие есть. Блядь, а чё, давай я фотки свои покидаю, нахуй. Давай без твоих фоток. Все уже тебя видели во всех ракурсах, блядь. Блядь, ну не, ну блядь, я прямо сейчас могу шлепнуть нахуй полностью голым. Вот именно, ты, понимаешь? Ты знаешь мою фотку в балаклаве в красной? Да, я видел. Где ты вот так поставил карточку, Монтелю, чтобы не показывал твой висяк. Только. Я знаю, знаю, да. Это крутая фотография, Дань. Однозначно, вот есть, вот здесь у тебя такое есть. Такое на стриме можно показывать вообще? Если убрать только с писюна фотку. Да. Ой, нет, это нельзя на стриме показывать, блядь. Вань, ну мало ли тебе понравилось. Мне не надо, как бы, блядь, дай нахуй ты мне это кидаешь. Ну, Вань, ну, блядь, ну, огонек поставишь в Телеграме, я не знаю. Ну, ты можешь, знаешь, как-то аккуратно там прикрыв гантельное вот это производство. Это вообще пиздец просто. Это я на 100 фолловеров, между прочим, выкладывал, блядь. Я обещал, на 100 фолловеров я голый фотографирую. Чтобы вы понимали, это сравнительно с тем, чтобы я вот просто сейчас повернулся и вот этой штучкой прикрыл бы дырку для жопы, блядь. И остальное все у меня было голое. Это равносильно абсолютно, это вообще пиздец. Не, Ванёк, ну я старался как мог, крутился как мог, нахуй. Бизнес, аж бизнес, ты сам должен понимать, блядь. Я так понимаю, у тебя после этой фотографии карьера пошла, да? Ну да, да, там сразу же меня заметили здравые люди, блядь. 15 лет, Тёма Челябинск, в зал хожу с парнем. Девочки без ума. А, нет, это не то. Начинающий... Мне кажется, он оскорбил женскую аудиторию, он сказал, что девочки без ума. То есть он пытается выехать на том, что мальчики с умом, а не без. Походу, это оскорбление, понятно. Ну, он Сигма, что ли, или что это такое? Ой, бля, ебать, крутая фотка. Данил, 20 лет, работаю, соцсети не веду. Работяга. Это ж... Ну, вот это мой тип, он по моему... по моей программе тренировок челюсть скачал. Подпись «Самый лучший мужчина». Вань, спасибо, приятно. Да ты... Приятно, приятно. Вот после, знаешь, тяжелого дня иногда приятно зайти к другу, который вот поддержит, скажет, что там котенок, что там еще какая-нибудь тема. Приятно. Я тебе никогда бы не сказал, что ты котенок. Хуяли. В смысле схуяли? Дань. Ваня, ну ты должен понимать, блядь. Андрей, 17 лет, люблю потных мужиков в масле. Ух ты, блядь. Почему он 17 выглядит на 35, блядь? Чувак, Это, кстати, наложили, так, это другой чел. 17 лет делать имьюинг чаще, мужики. Блять, это пиздец. Это просто охуеть. Это малый тип ее. 18 недавно стукнуло. Все думают, что я прибыл из Азии, но у меня просто татарские корни. Благополучно посещаю тренировки, качалку. Я не казах, но могу тебя ах-ах. Ну, кстати, вот это неплохо, неплохо. Ну, бля, вот этот хорошо выглядит. Фотография хорошая. Хватит мнекать! Хватит мнекать! О, модераторы, банти. Модераторы это пишут! Окей. Модерки снимаем, короче. 17 лет. Я геометрия, говорит. Это какая-то сложная геометрия. Да заебали вы! Да, вот он тоже он. Вот это крутая фотография, у него голова испарилась. Охуенная, охуенная. Просто пиздец. Доброго времени суток, меня зовут Даня, мне 15, люблю баскетбол и музыку, любимый исполнитель «Три дня дождя», учусь в 9 классе, хорошист, планирую поступать на программиста. Блядь, типа, это просто я, если бы у меня в начале была буква «Д», а не «В». Тебе «Три дня дождя» нравится? Ну, я слушаю такое, типа. Ну, Dead Inside-овская, да? Нет, там не Dead Inside-овские песни. А, про что там? Тусиски. Теперь жопа. Собирай коллекцию голых фоток дерзкой, можешь сбагрить кому-нибудь. Да, блядь, зачем, зачем мне собирать голую коллекцию фоток дерзкой, если этот чел свои голые фото к себе в Телеграм выкладывает, нахуй. Бля, девчонки, вам как вот этот, сука? А? Вот это красивая фотка. Да, в принципе, тип такой, блядь, ну... Ну, такой, под девочек. Нашел аниме Тян, бля, лак. Да заткнись! Да мне похуй, что у тебя не получается, Вань, извини. Вань, а как ты сразу же и то делаешь? Прикольно. Да, нормальный тип. Вот так вот они сидят. Вот так сидят. Я не знаю, что на этой фотографии происходит. Примерно охуеть, что, блядь. Зачем он сидит? А как он срет в трусах, блядь? Ладно, в трусах, он еще и на крышке срет сидит. Ух ты, Даня, 15, офник.
блядь. Красава, брат, что там на поле выезжал, блядь, было уже. Бля, опник, это вообще. Это пиздец, конечно. Ну, бля, ладно, вырастет, вырастет, наверное. Ну, как бы, я не знаю, наверное... В каком это, в 17-м году это, блядь, ну, чувак, там, в каком-то 6-м классе был, нахуй, наверное, популярный это что? Понимаешь, вот есть пацаны делятся на двух. На тех, кто, как бы, в учебу, и на тех, кто, как бы, от учебы бежит тем, что выбивают друг другу мозги. Это пройдет со временем, наверное. Главное, чтобы они, ну, хлюпиков не трогали. Ну, тоже верно. А то такие вы, как ты, ходили и боялись, Ванёк. Ну, ты чё, еблан? Я за тебя горой, я за тебя горой, Ванёк, мне похуй. Типа, ты чё, дурак, подо мной учителя ходили, нахуй. Я вообще сам блатной в школе был. Блядь, ну, учитывая твой рост, может быть, там какая-то бабушка твоя по математике и ходила под тобой, но не более. Окей. Бля, забей, чувак, мне нечего тебе сказать, ты прав. Это... Ну, понятно. Его током ебануло, типа, это Эйнштейн, блядь, местный или что? Это хомяк, убивающий членом. Это плохой парень. А почему у него маникюр, блядь? Это вообще фанатка Хазиевов. Мели, кого ты пропускал? Ла. Это вообще, может, мне своих пацанов тебе дать, чтобы они там нахуй ничего делали? Блядь, что? Какие Боровы, блядь, идиот! У, Боровый чел пишет. Бля, у меня... Так какие Боровы, блядь? А вы что, укаете? Бля, ребят, вам сейчас после стрима пописить, смыть макияж и спать. Какие У, нахуй? Пиздец, блядь. Вот он такой есть. Это, блядь, что нахуй? Меня зовут Нулифайр, мне 21, страдаю по бывшей Алине. Рапири и РЛ. Понятно, брат. Бля, эти гули дэт инсайдер. Мне 16, Нефор, Кирилл, оценочку. Да, не цени. Оценочку? Он тебя перекрыл, блядь, вот этим красным, он не захотел показывать. Бля, когда увидел пост, куда надо скинуть фотку. Вот я клянусь, смотри, он просто вот так вот сидел. Смотрите чат, он вот так вот сидел в телефоне, вот так вот, такой. У. Он в моменте. И просто, он даже не подвинул телефон, он просто вот так вот ебанул. И отправил нахуй, и дальше смотрит. Да ему похуй, ёпта, Сигма. Я Стёпик, мне 18, увлекаюсь музыкой, видео, а также, к сожалению, играю в Доту 2. Ну хорошо, что он понимает, что к сожалению. Подожди, а он, к сожалению, обособлял запятыми? Нет. Безграмотный, сука, скип. А у тебя вот... У тебя голова, знаешь, чем не обособлена, кстати? А ну-ка, пиздани. Вот у тебя мозгами она не обособлена, у меня. Бля, чувак, чё так грубо? Я твои булки трахал. Забей. Минусы? Без минусов. Ну, вот именно, поэтому... 15 лет, город Новосибирск. Знаешь, как будто вот это золотая молодежь из там 2009-го, там вот Рома Золот. Канал Rich Kids, да? Да-да-да, вот типа такой хуйни. Ну, прическа такая, что-то дороговизной отдает. Ну, да, немножко. А вот это немножко не отдает. Дороговизной. Ну, нахуй вы это скидываете, бля? Вот это тяжелый люкс, пиздец. Ему 15, ебанат. Слышишь, заехал бы на УАЗе Патриот с расширенной страховкой туда. Да уж, блядь. Меня зовут Витя, мне 14. Я занимаюсь боксом, порву любого. Ну я так и представил, как ты с таким еблом всех рвешь, блядь. Боксер. Он понял? Он такой не написал и делает ход в шахматах просто, мне кажется. Он без шлема хуярится на ринге, чтобы сбить с толку противника. Ну в итоге сбивает штуку только его, блядь. Ой, бля. Очень хороший мальчик, смотрит со мной все твои стримы, всегда хорошо пахнет, опрятный, любящий и красивый. Родился в 21-м году, тоже лев по знаку зодиака, надеюсь, высоко его оцените. Четко. Охуеть, а цветы с 21-го года живут, это как, блядь? Я думал, что ты так пошутишь. Если б я был не настолько интеллектуален, что не предугадал бы твою шутку, я бы посмеялся. А так я решил не смеяться, потому что я предугадал. Ну ладно, 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 ладно. Так уж и быть, я придумал в следующий раз что-то новое, я Блять, а под всеми ракурсами это сфоткали, блять. Почему вопрос закрыли, вот мне это? У меня почти к звездам взлетели ракеты. Вот если... Сука, ладно. Привет, Диппинс. Короче, мне 15, я умственно отсталый. Рил, Сигма, тиктокер, лайкер, ютубер и музыкант. Короче, я Илюха, хуй мне в ухо. Готов со своими братьями по качалке посниматься в шоу. Бай-бай. Хорошо. Понял. Ой, бля, нормальный типок, это нормальный. Это не симпл. Это не симпл, ребята. Это сомпл. Прокинь ебашу чате, беру.
Подожди, я так понимаю, вот в этой фотографии у него фильтр на волосы? Или в этой фотографии у него фильтр на то, что у него волосы? Нет, в этой фотографии у него фильтр на счастье. Понял. По глазам видно, что он стал счастливым. Смотри, короче, смотри, у этого голова, понял? Сверху уже, снизу больше, а у этого наоборот. Как снизу, болтай, блядь. Снизу уже, сверху больше. Ебать, ну вот сюда не пизди. Короче, нет, ну сюда он тебя отпиздит, просто посмотри на него. Мне похуй, ёпта. Бля, пиздец, вот есть же у пацанов. Давали? Есть же у пацанов губы, бля, пухлые, да, бывает? Ну да, да, бывает. Это не Глад Валакас, идиот. Идиот, блядь. Вань, тебе звонят. Я не знаю, что это. Ну, бля, ты Nokia до сих пор пользуешься, или что за хуйня? Это не мой телефон, нахуй! Это на стриме Meme Alerts. А. О, передай, пожалуйста, дерзко, что я мальчик, которого он снимал себе на видеокамеру, пока я играл в детском саду в песочнице. И то, что я жду, когда он придет ко мне на батут, папа его ждет, чтобы поговорить. Ну, продолжаем фотографии отсматривать. Вот такой. На Макса спокойнее, чем похож, пиздец. Бля, пиздец. Вот он просто курил, сидел у себя на диване. Да, бля, боже мой. Смотрю я на тебя и думаю. А думать-то чё? Хапай за Борисова и всё. Ну да, кстати, подходит. Это Viper Gang как будто, понял? Да, да, согласен. Чё? Да. С Новым годом. Спасибо, Дмитрий, 16 лет, занимаюсь волейболом уже около 16 лет. Что это значит? Подожди, ему 16, около 16 лет он волейболом занимается, правильно? Он типа на площадке вылетел. Ну, блядь, может его как мяч использовали, типа первые дни как бы. Мужик, ну это же был ребенок. Ваня у тебя стоит только на котов. Иди нахуй. Лашка. О боже. А у Дани вообще ни на что не стоит. Блядь, а вот Ванек, если мне там, блядь, в инстаграме пишет, естественно, меня гавкает, ёпта. Я по аниме мальчикам, я бы им дала. Понятно, ну, это твой выбор. Ну, пока по мальчикам, потом как будешь по мужчинам нахуй обращайся. Смотри, я Сережа, мне 16, играю на электрогитаре. Оцени-ка мышцу. Это вот у меня вся фотография, которую скинули. Ну, он килограмм 50 весит, ну, может 55. Что это? Вот такой есть. Это Пейтон, это Пейтон этот, блядь, из тиктаков нахуй. Блядь, мне фрики звонят всем составом нахуй. А нахуй тебе фрики звонят? Я не знаю. Да сбрось, ёпта. Я могу, мне 14. Слушаю рок и метал, смотрю аниме. Вань. Да. Ну, ты типа просто придуриваешься, что это Meme Alert, блядь, ты просто сам включаешь эту хуйню и думаешь, это смешно? Вань. Я не знаю, мне вот на что отвечать. У меня в одном ухе ты, блядь, во втором ухе чел без штанов на улице в минус 30. Ну, если он к тебе в ухо уже залазит, то это какие-то проблемы. Где дерзко? Подними глаза! Бля, как не кричать здесь, сука? Ох ты, твою мать. Я знаешь, что на стриме я сегодня, когда включил, какое сообщение получил? Ну? Чё не стримишь? Во время стрима. Да. Ну, когда стрим... Берешь, тебе нужно вот машинку держать, вот просто тебе пригнули, ты сразу же нахуй его сбрил, блядь. Да, потом просто завтра приходит Надя в класс, блядь, у него вот здесь вот ирокез. Классно придумал. Да похуй, ёпта, пусть ходит нахуй. А, вот он же, блядь, у него проблема с ношением штанов. Крутышка, йоу, 16 годиков. Люблю играть Brawl Stars, Dota, Fortnite и с членом Мочи. Угу. Поэтому личной жизни у меня нету. Понятно. Живу в Салехарде, питаюсь первым. Блять, там масло-набурный период, нахуй, или что? Ой, блять. Да с... О, боже. Ваня. Это проблема. Так. Живу в Салехарде и питаюсь... Сейчас, подожди. Живу в Салехарде и... Да, бля, подожди. Живу в Салехарде... Живу в... Да, Ваня, блять, да я прочитаю, нахуй. Пробуй. Поэтому личной жизнью из предмету на сдачу ОГЭ выбрал информатику и английский. I speak it English too good. Живу в Салехарде и питаюсь спермой, блядь. Ты не дочитал, сука, ты не дочитал. Я не буду, блядь, это читать там у него, блядь. Сейчас, подожди. Живу в Салехарде и питаюсь спермой своего прадеда. Смотрите, это закрыто, как будто это Ванёк про тебя сказал, пожалуйста. Ну, что за хуйня на экране? Интересно. Да достали вы! Блять, Вань, ты заебал нахуй. Так, меня зовут Вова, а дальше ХЗ. А который вид казан. Бля, ебать тайминги. Ну, кстати, как будто по таймингам, да, вылезает отлично. Итак, что? Это что, блять? Я был в ванной,
скушал кукурузу и взял... А, чё взял-то? Сука. Сука, что он взял, я уже не помню. Здравствуйте, дамы, я свободен, словно птица в небесах. Мне 20, Саратов. Почему красивые девушки не обратят на тебя внимания? Почему? О, нихуя. Саратов нынче похорошел, люблю строить мосты в Москве и Ижевске. Люблю розы, тюльпаны, маме 62. Нахуй он просто про своих родителей. Ух ты. О, мои агенты. Только смейте написать берем. Вы, бля, нет, это пиздец вообще просто, я не могу с ними общаться. Арсений, 15 лет, занимаюсь хуйней, круто общаюсь, влюблюсь сразу в вас, девочки, если понравится, пишем в ВК. Люблю спать. Да, он в ВК знакомится, это, ну, жесткий тип. Так, ну это бизнесмен, это... 14 лет, Тензин, школьник и от Башаный Поц. Задрот, плейбой, миллиардер. Классно. Пацаны, когда ну, попросили скинуть фотку, кидают фотку 5-летней давности, скриншот из Дискорда, блядь. Не, знаешь, вот мне кажется, когда на роль Тони Старка брали вот того Роберта Бадворда-младшего, то он просто вот эту фотку им кинул, и они сказали, хуй берем. Ну, как будто это так происходило. Иван Сигма, 15 лет, ищу парня, пиши дабы. Угу, окей, спасибо. Классно. Узаир кинул фотку, это вообще пиздец, это мой модер, нахуй. Это твой модер? Да. Серьезно? Да. Привет, девчули, недавно мне исполнилось 30 лет, меня зовут Сулеймон, в поисках женщины, чтобы любила, была верной и доброй, найдись. И после него вот этот, блядь, Клим 15 лет, который в два раза меньше него прожил, блядь. Подожди, это Клим? Да. Я думаю, это Маша какая-нибудь, блядь. Ты идиот. А ну не оскорбляй. А ты знал, что дедушка работает в детской больнице и помогает детям, он записал весь наш прием себе на видеокамеру. Да достали хуй кидать! Папа, увидев эту запись, привез завтра к нему, он работает ментом, поэтому он добрый, понял, классно. Бля, меня заебали, нахуй. Йоу, рост 193, все, дальше уже никто не слушает, просто писаются. Вес под сотку, жму под сотку, тоже готов влетать в шпану, как замена дерзко, буду боевым столбом, учусь, качаюсь. Брат, тебя решили заменить слегка. Ну, похуй, меня не заменить, бля. Вот есть Crazy Mega Hell, скуфнутая версия чуть-чуть. 14 лет, меня зовут Александр, на фотке не очень вышел. Блядь, чуть-чуть вас совсем. Кайфовал с Малешом, сейчас кайф поймаем. Такой между ножек. Какой прикольный. Это ты на стримах делаешь? А нахуй он потеребил. Действительно, блять. Че это вот он взял, потеребил что-то, да? Здравствуйте, я Александр, мне 37, живу в Новгороде. Смотрю Ивана более 3 месяцев. Ванёк. Я не знаю, радоваться или удивляться. Ну, слушай, ты уже дошел до уровня скуфов, типа. Это охуенная тема. О, молодой Платон, блядь. Влад, 17 лет, люблю дерзко и резко в попу. Ой, блядь, играю на гитаре, ловкие пальцы, милые ручки, это про меня. Да, бля, это пиздец. Спасибо, сиськи не кидаем больше. Мне 14, я крашеный долбоеб. Понятно. Врубай, Дань. Хайп. Крутая фотка. Бля, разъёб. 15 лет, местный бойфренд всех девочек зовут Никита. Ну, после Никита все, блядь, отказались, короче. Я не против имени Никита. То есть, ну ты даешь заднее сейчас. Бля, да? А почему все не любят имя Никита? Вот есть еще какое-то имя, которое не любят больше, чем Никита? Да. Какое? Ваня. Схуяли. Ну, блядь, я Коко вот видел, встречал в своей жизни Ваня, но это вообще пиздец, типа. Да, чат пишет Ваня. Чат, блядь, чтобы у вас сына назвали Ваня, нахуй, чтобы вы все сказали. Да никто не назовет, это, ну, блядь, с кем надо быть. Понятно. Окей. Это унки просто, блядь. Администрация Твича, мы не делаем ничего запретного. Даня там украл пару диодов, светодиодов. Красивый, милый, чуть-чуть секси, высокий, 178 сантиметров, не детский. Чуть-чуть высокий, 178 сантиметров. Ну он богатый, либо он в доме с фазмофобией, хуй знает. Да он просто сфоткался у Лукинта. Не, он ебать богатый чувак, он из Америки, охуеть. Это мой зритель. Он там просто прошелся, нахуй, он под деревом где-то живет, может быть, бля, в дупле. Да, чтоб там пройтись, блядь, знаешь, что надо сделать? Ух ты, это этот из ТикТока танцор. Это Ералаш, блядь. Какой Ералаш? Из пацанов, нахуй. Ну он такой, понял, худенький пиздец. Ну, там уровень. А, отслужил в армии, сейчас потерял почти всех друзей, зато устроился работать на завод. Да заебали вы! По производству микросхем для военной техники.
Нормальный вот кент. А, мне 14, великий спортсмен. Девчонки, я весь ваш. Как видите, я популярен среди девчонок. Пишите, звоните. Буду ждать. Ваня и Даня, я вас тоже жду, как бы у вас мужчина на экране. Слева самая лучшая женщина Дарья Липликс. Понятно. Ну, что-то как будто бы его заставили, нет ощущения? И подписала это именно эта Дарья, блядь. Да, да, она сама его отфоткала, блядь. Анкету заполнила, скинула. Откуда нахуй. Откуда у Ликса дочка? Сюда. Ты знал вообще? Дарья Ликс, блядь, какая-то. Я не задумывался, но он уже такой в возрасте, поэтому можно было. Айдарбек Спермгутов, 40 лет. Понятно, иди нахуй. Вот это да. А знаешь, сколько такие наушники стоят? Да нет, это не Apple. А мне похуй, они выглядят, как будто они стоят, блядь, как ну, батарея моя примерно. Ты знаешь, сколько стоит твоя батарея? Конечно, блядь. Ты странный мужик. Тимофей, 19 лет, из Перми. Из Перми. Из Перми, блядь. Из Перми и в Сперми. А нахуй ты слышишь, ну, такие странные треки, блядь, почему они у тебя включаются просто? Ну, ты, типа, в ВК на втором мониторе, блядь. А тебе сколько раз объяснять, что это не я их слушаю? А? А кто, блядь, это я, что ли, нахуй? А? Что ты орёшь, блядь? Сколько раз тебе объяснять? Да я не знаю, сколько надо там. Участник палаты 69. Делаем ивенты для дерзко. Ник. О, Маккуин. Охуенный тип. Не смотрим. Вторая личность здания. Все вопросы к нему. Мне 15, а зовут Георгий. Классно. Еще и костюм Спайдермена. Да, он четкий. Ебать, чувак. Это Анек. Посмотрите. А, это. Который 02? Да. Лысому салам, меня послали, иди нахуй. Все как обычно, спасибо, блядь, что поддерживаете стабильность. Слушай, ну он такой пиздец ухоженный пацан. 18 лет, будущий юрист. Ну знаешь, как будто ухоженный пацан, ну не звучит. Ухоженный парень, паренек, звучит. А зачем ты по-английски сказал слово парень? Парень. Ну потому что, ну он такой по лайбику, немножко этот, как будто не выговаривает по-русски нормально. Вот он там, ну что такие... Все-таки подпёздывает, блядь, на English very well, блядь. Ебать, вот тут ракурс, кстати, хороший, а вот тут уже как будто чуть-чуть скуфнулся. Да есть такое, блядь. Бля, как же ракурс решает? Ну только один я, походу, под всеми ракурсами пиздатый. В чем суть этих фоток? Я просто делаю обзор на парней чата. Ну вот, один из парней чата, блядь. Никита, 17 лет, скипаем. Смотрю, Иванов с зимы 21 года, извиняюсь. Хороший пацан. Вот, бля, вот именно тут сразу видно мужик нормальный. Согласитесь? Да, да, да. Согласитесь. Никогда не участвовал в подобном, сам по себе стеснительный, ростом обделен. Ну да, ростом с полочку 155 где-то. Вот так вот есть. Это уже было. Бля, что вот это? Ну пацаны, бля, это вообще пиздец. Гарри Поттер просто нахуй. Ну что, требует какой-то? Там на коробке написано I4. Видишь сверху? Сверху вторая коробочка. Да, сверху. Вижу. И что это за ребус, бля? Три точки нахуй в шкафу. Хуй знает. 3 и 4. Что это может значить, блядь? Что это может значить? Это не Джастин Бибер какой-то. Девочкам, это фараон, девочкам молодой. Такие фотки очень нравятся. Пиздец, они прям без ума. Ого. Даниэль, 17 лет. Люблю фотографировать и качаться, больше ничего не люблю. Обожаю дерзко. Побольше ИРЛ контента, ПЖ. А мы тем любят. Вот такой есть. Вот такой есть. Диппинс, ты красивый, я считаю, что мы с тобой очень похожи, ты краш. Не хочу быть твоим пельмешком, блядь. Да. А нахуй Кунг Фу Панда скидывает, типа, фотки? До того, как вышел 4-й фильм. Я просто не очень понимаю, он, типа, таймскипает, блядь, или что, спойлеры? Есть ощущение, что он когда нажимает на одну кнопку на клаве, нажимает на все 4, блядь. Все-таки, когда он, ну, палец в нос сует, ну, какой-то звук издается, там, типа, как клаксон, понял? Все, хватит. Все, спасибо большое за фотографию, не надо быть моим перемешком. У него ник, если что, мяу, хэштег Диппинс Чмо, блядь, если что. Ты что, высморкался в руку, сука, там? Ага, я бы ему вдуло, блядь, пишет Чилиха. Окей, классно. 16 лет, работаю Алексеем. Все хорошо, чики-пуки, жив-здоров, не трахан, не целован. Классно. Да, у него бородка охуенная, мне прям мега закатывает, типа 5 волосинок, которые торчат, это нахуй. Мега закатывает, блять. Ты вот этот сленг. Вот это, блять, уже люксовый тип. 23 года, Василий, люблю пиво и работаю в кино. Вот этого забираю, нахуй. Ты, кстати, вот всего лишь беру. Про двух парней сказал люкс. Ну да, слушай, это походу люкс такой, видишь, у него бородка это... хорошая, волос да, хороший, да, да. Пиво любит. Он ухаживает за собой, там этот, блять.
Нормальный типок, четкий. Имя Даня, возраст 21. Угу. 16-летний пацан, любящий слушать Нирвану, ну, может быть, наблюдать за творчеством Диппинса, но по настроению... Уверен, что пацан прям, ну, просто ты уверен, что это пацан, да? То есть, ну, тебя ничего не смущает в каких-то моментах? Нет. Что вопрос? Ваня, что ты это... Что он взял, блядь? Там немножко не то, что ты бы хотел. Денис... 10 лет, я успешный молодой человек, играю в Battle Stars, танки и стендов 2. Мой девиз под лицу, все к лицу. Ну, далеко пойдешь, Денис. Мне кажется, Денис. Сестра его взяла, отфоткала, типа, и просто хуйнула фотку сюда. Женя, 19. W, блядь, красавчик Женя, нахуй. Вот из-за таких, как он, блядь, я еще не умер. Блядь, запомните. Слышь, ты жук кальянный, нахуй. Ты жив только благодаря таким людям, блядь. Если бы ты, нахуй, не сидел с этой трубкой, блядь, ингаляционной, я хуй знаю, где бы ты, блядь, сидел. Вот я и говорю W ему, потому что это вообще пиздец. Илья, в 18 лет, играю в баскетбол, волейбол, анал, манал, блядь, Диппинса часто сестра смотрит. Куки. Куки это чтобы принять файлы, типа, или что? Куки это ник. Блин, мне нравится, короче, девчонки просто взяли, пофоткали своих, блядь, друзей, пацанов, каких-то бойфрендов, братьев. Ух ты, такой. Бля, ну походу, слушай, это не, это такой, да? Хороший такой вариант. Ну мы сказали, во, вот это хороший вариант. Он недавно отчалился просто, блядь, ему похуй. Ага. Это папа же чей-то. Думаешь? Ну думаю, да. Это Фрамитамер. Да, только с Моргенштерном трек закончил, блядь, снимать, вот решил ебануть фоточку. Свемикс. Всем привет, я парень Диппинса. Понятно, мы с Диппинсом уже год вместе, но если реально обо мне, я Даниэль, занимаюсь футболом, но и веду фан про Ваню. Чё ты видишь, вот ну, что люди, ты скажешь? Которые ведут ну, твои фаны, но они такие специфичные ребята. Ну, так скажем, просто. Чтобы было понятно. Там хорошо. Вот эти аниме какие-то тиночки, блядь, какой-то хуй поймешь, Свемикс, блядь, что это нахуй? Какое-то аниме, блядь, тяночка на шкафу висит, блядь. А, ну, блядь, и что? Ну, ёпта, ровно, нахуй, стоник на левое плечо ебанул, нахуй. Жестко напряг шею, блядь, как Макан, блядь. Ёбнул фоточку, нахуй, анфас, блядь. И все, и сидишь. Ёпта, отрывайтесь, хуй. Пацаны, а прикиньте, они как девчонки обидятся, будут писать недовольство, типа, старались же, а вы мало ли ранимые. Ну да, ну тут многие старались, я там смотрел, блядь, особенно скуфнутых это вообще. Вот он очень старается. Вот этот, блядь, старается целыми днями, блядь, учитывая, как у него прическа лежит, ну, он феном, блядь, минуты три просто ебашит себе. Это если бы замиксовали Мазелова и Даню Кашина, вот. А прическа у него откуда? От Хертуса немножко досталась? Не, у Мазелова такая башен. Раньше была. А, такая была у него? Да, 19 лет, учусь в ШЭ, на первом курсе хожу в качалочку, играю на гитарке, обычно прибываю 21. Не может быть, потому что я прибываю 20-31. 62 килограмма мощи. Бля, ебать, он хорошо сложен, чувак. Ну, у него рот небольшой, как у меня. Ну, сиськи очень классные, я также хочу, чувак. Ты можешь мне упражнение на сиськи дать нормально уже? Я заебал столько жим лёжа делать. Ну, делай жим лёжа, потом как это все сделаешь, нахуй уже, можно будет. Егор, обычный сельский парень, 16 лет, живу... В GTA ездил на своем тракторе за несколько лямов, работаю в селе, живу. Да нахуй ты пишешь 50 раз, где ты живешь, блядь, и не пишешь, где ты живешь. Сам зарабатываю. Да, этот... С мужиками. А, да. Ну, а тут не видно на стриме, брат. Каждый день рублюсь в игры, типа фарминг-симулятор. Сука. Чел скидывает фотографии, пишет Джека, блядь. Всем привет, я Жека. Мой вес с доспехами 130 килограмм, без них 30. Блядь! Ой. А! С кем дерешься? Жук здесь был. Что значит? Что значит дерусь, блядь? Я его прихлопнул нахуй. Дерусь, блядь. Это ты с жуками дерешься. Почему? Ванёк, у нас еще спаррингов не было, чтобы я с такими жуками, как ты, выскакивал. Я не могу с тобой позволить себе выйти в спарринг. Да это ебало, нахуй! Конечно, ну я как бы понимаю, все, у тебя 8 рук, у меня 2, блядь, ну тяжело будет. Это на что намек? Ну что, ты же рук ебаный. Уф. Прикинь, я могу просто тебе с прыжка в рот дать. Если так за. Иван не женатый, не надо, живу с родителями, потому что надо. Ну, блять, он богатый. Просто смотри, сразу он богатый, видно. Да, у него там святой источник стоит, блядь. Да у него. У него код выведен, блядь, какими-то генетическими технологиями. Посмотри, это необычный код. Что у него, блядь, за башмаки, нахуй? Он как будто клоун.
Не знаю, меня, кстати, чувак, такие башмаки бесят, вот реально. Ну, меня тоже бесят, блядь. Странно. Что это за хуйня? Дома носить еще. Что это, блядь? Вот это он очень старался. Мне кажется, если сказать что-то, он обидится реально и будет мне выписывать потом. Смотри, стрим, быстрее. Бля, это вообще что происходит? Вот такой есть. Мне 16, не фортворческий человек, меломан, на этом все. Блядь, это мальчик? Да. И вот это мальчик, 14, самый охуенный вот пацан, дальше мальчик. Даже не смотрите. Ну, я не могу сказать, что он сильно накачан, но руки у него, в принципе, неплохие. Он пиздатый, типа, и он дрищик. ASMR, Godzilla. Ебать, чувак, пошли немножко, да, такие уже? Хватит. Ну, наконец-то там уже. Слава, 16 лет, фанат дерзко, поэтому умею делать мьюинг и сигму. Славик, бля, у нас. Легенда. У нас легенда. Славик на стриме. Вот такой грустный есть. Вот такой есть чуть-чуть озадаченный. Вот такой есть. Валентин, 16 лет, занимаюсь полгода, пошел в зал по советам дерзко. Красавчик, бля. Работаем, ебашим нахуй. Я Давид, 14 лет, краш всех девочек. Вечер в хату, мне 13. Блять. Осуждаю, на всякий случай. Самое главное, я люблю мою сестру, она такая красивая, я играю в КС, хочу собрать себе ПК. Бля, чувак, нет ощущения, что у всех пацанов от 12 до 16 лет была одна и та же мечта на всю, блядь, пацанскую, блядь, вообще просто половину земли. Собрать компьютер. Гемы Бравл Старс? А, ну, тоже возможно. Какие гемы? Люблю кей-поп, блядь. Можешь, ну, типа... просто нахуй. Люблю кей-поп, дорамы, пишу сценарий для сериалов, фильмов, много фантазии и создал больше 1000 комиксных персонажей. Привет. Почему кринж? Кей-попера кому надо было? Опа, угу. Говновоз 48. Это никнейм, блять, или что? Ну, как будто похож на какого-то мистера. Я работаю говновозом уже 40 лет. Знаком с Илоном Маском, Майклом Джексоном, Маратом. Кто такой Марат, вообще хуй знает. Я создатель... Слушай, ты не знаешь Марата? Чем это который для такси я ехал, такой, эй, бля. Каждые 5 минут, давайте свергнем этого лоха. Блять, я Уфник Иридан, люблю тебя, Дипин Смур, кстати. Удачных стримов и побольше доматов. Данил Латест, 21 год, люблю хлеб с маслом. Что, заколабишься с ним? Mm-mm. Только нахуй он паука себе на голову надел, у меня вопрос, блядь, с 8 лапами. Это дреды. А. Угу. Маленький пок. Блять, почему вот именно эта фотография без Hunter, подписи? Это пиздец, есть Милд Хантер, а есть, блять, Гранд Мазер, этот Хантер, блять. Но он на уровень выше. То у него хата как будто своя уже скоро будет. 12 лет, Тимун крутой спортивный долбоеб. Ну все, вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот, здесь вот, вот уже, да, пошла, пошла. Угу. Вот есть, пошла, пошла, пошла. Вот такой возня, есть. Возня все-таки есть небольшая. Пара слов. Спасибо, что написал пару слов, как я и просил. А, замечательно, блядь, вообще. Это мама чья-то, может? Степан, 12, блядь, Москва. Степан, 12 лет, Москва. Я Степан, краш всей школы. Меня хочет каждая девочка в школе. И да, у меня целых 11 сантиметров. Не может быть больше 10 сантиметров мужчины. Это проверено, не может быть. 32 года, слева. Мне дали согласие выложить это вместо своего жениха. Зовут Сережа, он заботливый. Он жалеет, не жалеет ничего для меня. Делает меня счастливой. Очень сильно люблю его. Левый тип? Да. Нормально, он как будто... Артёму 16 лет. Моя фешн-группа, я люблю гнойные прыщи кушать. Классно. Они какие-то постмодернисты, да, тут, блядь, все? Я хуй поймешь, я не выкупаю, я старый, может быть. Походу, чувак. Вот такой он. Такой есть. Всем привет, меня зовут Ярик, мне 14, люблю смотреть Эдисона Перца и играть в Майнкрафт. Майнкрафт моя жизнь, Диппинс, я тебя люблю. Спасибо. Твоя. Я люблю Диппинса, спасибо. А нахуй ты себе фотки шлёшь, блядь, просто? Это не я. А. Ага. Окей. Это опять Денис. Ну, я не против на него еще раз посмотреть. 20 лет, я фанатка Диппинса, подрубил первый стрим в 18-м, более активно начал в 23-м. Увлекаюсь фотографией Диппинса, вокалом, дама, могу наточить ножи и приготовить пельмени. Прикольно. 23 года. О, вот это охуенный тип. Хороший парень, саморазвитие на первом месте. Это твой, да, какой-то? Я не знаю, мой не мой, но охуенный типок. Он такой, пацанистый. Официально Сигма. Я Сигма, я Сигма, Сигма, Сигма. Мне 5 лет, играю в доту, пью, курю, вообще самый крутой. Классно.
А с утра идешь в школу в костюме, как мама сказала. Вот так и думай головой здесь, кто прав, а кто нет. Да уж. 15 лет, Кеша, жесткий боксер. Если нужно, ДС, вебка, микро, все имеется, по блатному залечу. Все нужно, залетай. Ромчик, 18 давай. Лет. У меня такое же постельное белье. Если. Вот это странно, согласен. У меня никого не было здесь в квартире, ну, на кровати на этой, ну, мужчин. Не, у них учитывая уход в девушках, я знаю, что ты по мужчинам, поэтому он теоретически мог быть в твоей квартире. Это твоя квартира на фото, ты долбоёб, там обои не такие, как у меня. Так у тебя на одной стенке, которую ты не показываешь, такие обои. Нет, я ничего не показываю. Ну, поэтому и не показываешь. Такое есть. Я Вова, 15, я в Самаре. Спасибо, я уже выехал. Ух ты, бля. А, какой-то, блядь, тип. Даня, 16. Иха, привет, ковбои. Погнали заскочим к моей матушке Карла. Она приготовила защитные сэндвичи. А потом поедем в бар. Главное, чтобы старина Джон не заметил. Это что значит? Бля, вообще нихуя не понимаю. Это ролплей? О, реально ковбой. Савелий, 15. Робототехники не люди, я робототехник. Артём, 16. И 16, 180, 72. Что мне, посчитать это, блядь? Здесь написано 180 делить на 72. А, чувак, это рост и вес. Ну, типа, рост и вес, ёпта, ты чё, с ума сошёл? Чё, ты не мог понять, что ли? Я не мог, о, вот это ебать, нихуя себе. Нихуя себе, реально, вот это титьки, блядь. У него, блядь, не пиздец, он там жмёт, наверное, килограмм 130, нахуй, 120, блядь. А я могу так же, блядь? Чё, и мак ему. Ты не... Да. Прикалываешься, что ли? Нет, блядь. Ну почему? Как я, как такие, а как мне такие сиськи сделать? Не знаю, уколись чем-нибудь. Вот и пошла твоя тактика, да, обычно? Тварь. Так я и так и знал, раскрыл его, блядь. Например, чем? Ну я не знаю, там, витаминами, блядь, D-комплекс. 17 лет, Иван, увлекаюсь филологией и предпочитаю книжечки и литературу. Архип, любит хинкали. Ебать, вот это аквариум сзади. Либо он супер маленький. Это на самом деле в квартире у него просто аквариум. Да. А он нахуй лилипут, бля. Вот так. Я нормальный тип. 21 год, главная фанатка Диппинса. Ебать, такой вайб-бой, понял? Ну такой, да. Софт-бой, софт-бой, софт-тач, блядь. Стас, плюс один к вайбу за фотографию, спасибо. Ух ты, блядь. Ну тут минус один к вайбу, уравнял, короче. Ну тут да, блядь. Зовут Даня, 13 лет. Завидуйте, у меня кличка Карась. Не знаю, как, блядь, ты ее получил. Может быть, из-за ноги? Может, его вытащили, может быть, его вытащили из воды и запиздили? Я не знаю, это тоже как лайк. Так, вот такая фотография есть. Я не ебу, что писать, просто по фану закинул. Бля, чувак, это богатый, это ричбой. Ну, это как будто его, я не знаю, типа, блядь. 14 лет, прайс, ротиком 300. Что ты, блядь, пишешь, идиот? Сохрани эту хуйню, тебе понадобится, мало ли. Нет, ты чё, идиота? Ну, блядь, ну мало ли, ёпта. Нет! Ладно. Нет. 19, я не нефр. Верим. Я не нефр, я кипопер. Как тебе такое продолжение? Нормально, нормально. Ну, звучит как будто бы. Ух ты, бля. Ну, это типа крутой. Я тоже могу так сделать, у меня будет... Ну, трапеции нету, ну, типа, бля, я хуй помешь. Если я так сделаю, там, ну, пиздец будет. Вот нешарящие девчонки пишут сразу мхм. Ребята, это дрищ. Я да, вот могу. Смотрите, смотрите, я просто показываю лайфхак. Вот я сижу просто расслабленно, да? Смотрите. А зачем пернул? Перенапрягся, что ли? Вот пернул, нахуй. Вот, блядь, ну они так же фоткаются, ёпта, как эти, нахуй. Типа здоровяки, блядь. Там нихуя нет. Это обман, блядь. Ты, ну, там да. Что делаешь? Да ничего, я забей, поправлял мышцу. Забей. Вадёк, это пиздец, у тебя там нехуй поправлять. Пойди. Заткни жопу! Матвей, 14, хочу, чтобы у меня появилась девушка. Классно, ты на верном пути. Ну за спауни её, хуй знает, из яйца, блядь. Типа крутые чуваки, эчкереки, клоу рофл. Классно. Нормально. Никита, ну видно. Понятно. Ух ты. Это, кстати, он. Да? Да. 20 нормально. Годов, Костян. Как видно, играю на гитаре. Смотрю аниме, играю на ПК. Анас, 14 лет. Девочки, пишите.
Я бегу писать. Там твоя бейо, она уже ушла, руки на ее шею, она как мой Бля, не, охуенный тип, я забираю его. Прикольно, бля, что он ниже вот видосы просто без штанов, и вот во время этого срал прямо, именно вот в этот момент. Ну ему вообще похуй, прикинь, он сбрасывал просто боеголовку в этот момент, он тужился, это, блядь, тяжело, как бы, и делать такую ебучку, еще и тужиться в моменте. Ну я Диппинс уважаю, и нет, я не зоофил. Ну, блядь, по тебе вот тут хорошо, что ты этот момент обозначил, потому что именно непонятно было. Как будто лягушки твой типаж. Это кто? Это просто тип нахуй. Это смесь Хованского и Николая Соболева. Слушай, у него розетка есть, он нормальный тип. Но он какой-то умный стильно. Думаешь? Котик. Бля, почему у него рука на сосиску похожа прям? Или сарделька, бля, там вообще нихуя нету. Бля, пиздец. Кстати, там вообще нихуя нет. Качаюсь с Новосибирска. Он еще этого гига-качка ставит, блядь, из Ютуба. Качаюсь с Новосибирска, тренбаллон туда-сюда. Не, нормально, нормально. Привет, Диппинс, я Слава, мне 16. Пенис у меня еще не вырос. Когда вырастет, покажу. Спасибо, держу в курсе. Бля, нихуя он... О, тут форма хорошая, братан. Он какая хорошая, блядь, но он худенький. Ну, у него плечи широкие, завидуй. Ну ладно, так уж и быть, буду завидовать. Вот это тоже очень сильный парень. Ну он там, бля, имеет видок такой. Я думаю, если бы он напрягся, вообще пиздец было бы. Ну, он бы просто не поместился в кадр, поэтому он ужался в 4 раза, чтобы поместиться. Влад, 13 лет, смотрю и тебя, и дерзко. Спортом не пью, не курю. Что это значит? Так. Нахуй он петарду себе в рот засунул? Во рту петарда, типа крутой. Посоветуйте, что исправить. Хорошего вечера. Дань, посоветуй что-нибудь. Дай козу. На козу. Подожди, а почему у него пуля во лбу? Кто? Ты видишь, пилюля во лбу, прям по центру лба, видишь? У него пилюля. Это морщина. А. Бля, ну хуй знает, пилюлю вытащишь, типа, и нормально уже будет, плюс-минус. Владимир, 16, учусь в меди. Кобяков, блядь, Кобяков, нахуй. Да, прикольно. Диппин, смотрю, тебя 3-й год. 15 лет, играю на гитаре, немного умею футбол. Ой, бля, Даня, 18. Даня, 18, и вот такой есть, 17, Марк. Нормально, нормально. Ну, прессика нету. Ну, он на массонаборе, он там недавно начал заниматься видео. Я милашка, скромный, чуть-чуть секси. Бля, чувак, Костя Гифизон, 18. Мне 15, я Dead Inside. Ну, бля. Понятно. Ебать, он тут трактат въебнул бы, это просто пиздец. Люблю смотреть твои стримы, понял. 15 лет, ну как хожу в качалку, дерзко топ. Спасибо, сладкий, спасибо. А что такое дорамы? Дорамы? Ну, да. Вот ты просто не знаешь, как это называется. После стрима ты что смотришь обычно? Дорама это называется. Ух ты. Да, типок. Типок недавно начал заниматься, может быть, месяца 4 ходит, поэтому удачи. А что это, жабры, блядь, что это такое? Это да, это чтобы дышать дополнительно во время подходов. Охуеть. Не, ну он такой, типа, не слабый. Здорово, бро, мне не 10, а 22, оказывается. Хотел сказать, что ты Сопряну красивая. Чувак, не... Чувак. Я Богдан, 15 лет, люблю стримером и хочу стать фотографом. Наверное, был очень удивлен интерактивом Вани Дерзко, а также рад, что Ваня провел стрим с моим фаворитом среди актеров озвучки Исламом Ганджаевым. Я успел побывать на концерте МЗЛФФ и Лида, было просто шикарно, на этом все. Спасибо за сочинение. Бля, это знаешь, вот, как будто уровень того, что он вроде дохуя написал, а все ни о чем просто, ну типа. Ну я так, я, Дань, ты можешь не так открыто говорить, что ты хейтишь Мазелова, иначе тебе пиздец. Ну ладно, так уж и быть. Вот это нормальные типы, ровные, ёпта. Нихуя, он сейчас лопнет, брат. Ну как будто бы, блядь, ты смотри, он еще как, сука, свет подбирал, чтобы там и на эти кубики, блядь, на всю хуйню, он еще за пальцус, он и отжимался, блядь. Он заебался просто ради этой фотографии. Даня восхищается своими мальчишками на протяжении всего. Что будет? Хочется отметить, что у него вот левая сиська святая. Смотри, как она светится. Ну да, да. И у него части соска нет. Это вообще пиздец. Ну, брат, он собой гордится. Это определенно видно. Не, это самое главное. Пара слов. Валорант для нелюдей. Кстати, я знаю половину спотов на Сайфера. Профи по сосанию в Доте 2. Теперь о плюсах.
делаю всегда полный газ, игромания не порог, и вообще я попстар. И дальше кореш с короткой прической, охуеть вообще. Бля, реально похож. Подожди, а что это у него, гаражи, блядь, в руках? Бля, Андрюха вообще пиздец, что за тип. Чат, как думаешь, сколько ему лет? Блин, он не выглядит на свой возраст, типа. Вообще не выглядит. Братан, честно сказать, он почему-то выглядит что-то между 10 и 39, блядь. Он такой же поскуфянился немножко. 12? Че, ему 14. 14. Не, ну, бля, реально странно, как будто он выглядит очень старым в душе. Милый скуф. У него взгляд такой древнегреческий, блядь. О, Даня. Ты что-то сегодня... Такое переменчивое настроение. Чего? Да ничего. 19 лет, бывший капитан волейбольной команды, учусь на биолога, работаю, девочки, пишите. 14 лет, люблю смотреть Шефчика и Диппинса, играю в Майнкрафт жестоко. Жестоко. Угу. Вот есть он. На левую сторону головы вели налог на волосы. Что значит это я, Сквант, блять? Не это, а вот это? Руслан, 16 лет, увлекаюсь дерзко, смотрю спортом. А, смотрю все как надо. Тоже твой, наверное, да? Ну, наверное, наверное, я не знаю. Мои так обычно фоткаются, чтобы быть больше. Бля, трактат ебучий. Да-да, пиздец, дохуя, конечно. Ух ты. Меня зовут Макс, мне 23 года, я химик. Люблю смотреть аниме и слушать различные аудиокниги. Как думаешь, чей? Слушай, по виду он не химик, как будто, типа, натурал. Как думаешь, чей, чувак? Чей? Мой. Думаешь? Да нет, конечно, наверное, твой. Думаешь? Он слишком миловидный для меня, у меня там вообще, блядь, по виду, как будто они из тюрьмы недавно вышли. Вы-то куда мой пишете? Сидят. Ваши завтра на третьем уроке, блядь. Сидят. Добрый чувак, добрый такой. Леха, 18 лет, дрыщ с Мурманска, учусь на сварщика. Киш-миш, я хобби-хорсер. Прикольно. Возраст 17. Ник Жоки Бобу. А, блядь, это пацан был все это время? Какой? А у меня есть чел, короче, который смеется, знаешь как? Вот люди смеются ап-хап-ха, да, пол, вых-вых-вых-вы. Ага. Он смеется вот так вот. Ой, блядь, аж камера. А как он это передает в тексте? Ну там просто, блядь, уравнениями, нахуй. Корнями, блядь. Хуй знает, иногда с решением просто сразу. Да, нормальная тема. Не, ну типок такой. Егор 21, ник на Твиче Егорич. Живу в Праге, чат, привет, дикобразы, шараут. Нихуя, чувак, он, блядь, в каком-то Лондоне. А, в Праге. Он на этого, на желудя похож чем-то. Да? У него такой же вайб, да. Будто бы. Угу. Ну да, наверное. Ну, наверное, ты прав. Может быть, он как в философском камне здесь еще одно лицо носит. Это неправда, ну не точно. Нет, там второй подбородок спрятан на всякий случай. А, нет, здесь нет ничего, чувак. Следующий тип это мой. Слепой заходит в магазин, берет собаку поводыря. Нет, смешной анекдот. Ебать, чувак, он, конечно, важный такой хуй бумаги. Ну, он у меня там пиздец нормально набрал. 22 года, Даня. Ник Гаш. Понятно, классный ник. Игорь, ищу девушку. Бля, хорошее место ты выбрал, Игорёк. Мне кажется, Игорю вот той пони хватает, типа, на заднем плане. Ему пока что, ну, не надо ни с кем целоваться, там, ничего такого вытворять, блядь. Очень отчитанный парень, очень. Да, ну, я отчитываю этого, мне кажется, тоже, как бы, в моменте. Никита 16, люблю спорт. Ванёк, гавкает? Кто? Бульбик, типа. А? У Боровы. Почему к Мелстрою негативно относишься? Он мой браток. Я не отношусь к нему негативно. Просто у меня нет Боровов, блядь. Куда ты пишешь у Боровы, блядь? У меня сидят с макияжем, нахуй! Блядь! Макияжеры, И укают, ёбаный в рот. Вы не Боровы, вы, блядь, мини-пиги, сука. 14 лет хожу в качалку. Слышишь, груша нельзя скушать, нахуй. Где? Вот это? Да это, блядь, это же этот. Носки подкладывает, блядь. Креатин.
А, ну тоже верно. Возраст 16, меня звать Максимка, я крутой поц и люблю пошалить. Ох ты. Ну да, вот тут ты шалишь, в автобусе едешь, спишь, блядь, не купив проезд. Блядь, место. Бля, девчонки, вены, ну все, пошла? Пошла? Идет возня? А что, от вен, типа, ну вообще пиздец, да? Ну я не знаю, почему-то они некоторым сносят крышу. Ну, по крайней мере, когда я рос, так было. Ой, ебать, Тодди Фусигури. Ну только... Кто, конечно... блядь? Чувак, ты не смотрел «Магическую битву», тебе надо посмотреть, там столько качков, блядь. Не, ну может быть у меня аниме выиграет на аукционе. Влад, 16 лет, занимаюсь настольным теннисом, хочу стать качком, как дерзко. Ну ты уже на полпути, брат. Он ну должен... да, настольный теннис — это нормальная тема, то есть там масса так попрет, блядь, с этой, сука, палочкой. Он тоже так выглядел, пока не начал колоться. Я справа. Блядь, блядь. Мне 15, занимаюсь боксом и хожу в зал. Я справа. От какого права? Относительно них или относительно нас? Я думаю, да. А нахуй ты себя по жопе бьешь, ты ебнешь? Окей, чувак. Да, я бью себя по жопе, что? Ну. Что ты мне скажешь? Ну, фотку. Илья, 16 лет, занимаюсь в зале почти 3 года. Он похож на Влада Кадони, который притворяется этим, блядь, экстрасенсом, нахуй, темным магом, блядь, который там колдует что-то. Никита, 16 лет, это баскетболист, геймер, анимешник, краш всего за села, со мной бегают тянки, диппинс псина, не в обиду, ЛЛЛ, чат лучше, люблю вас, Зай. Да. Да, Алекс, 20 лет, занимаюсь эдитингом. Монтирую видосики, вот так. Алексей. Подбегу, о, я его помню, блядь. Хуя ты это, тут, это нахуй вообще чуть ли не первый чел, который стримы смотрит, прикинь меня. Охуеть, ага. Алдера. Да, пиздец, Алдера. Да блядь! Гуль какой-то, у него трек свой собственный, когда он фотка включается. Пара слов о себе. Я гейм-девелопер, студия разработки в Натуре Геймс, Омск, Томск, я из Новосибирска, 54, да, угу. Хочу стать самым популярным и богатым. Блядь, да это не я, если что, клянусь. Арт ПТМТ. Какой-то ТНТ. Виктор, 18, занимаюсь легкой атлетикой, в свободное время люблю играть в Roblox. Я же говорил, Roblox — это нормальная игра, блядь. Да, Ванёк, ну, там есть исключение из правил, ну просто, как бы, ты должен это понимать. Лео, люблю женщин. Ренат, 15. Вот так вот. Анатолий... Он 15, выглядит старше меня, нахуй, 21. Люблю слушать в темноте. Я все это слышу тысячи раз, тысячи... Бля, извините, чат. Ты там гуль ебаный, или что у тебя за треки включаются? Я не знаю, это проблемы какие-то со связью. Люблю слушать Диппинса, обожаю Диппинса, слушаю его песни, милашка, люблю общаться, ищу малышку. Мне 20 лет, модель Via Models. Бля, ну вот представь, вот ты идешь по темному переулку, нахуй, и, ну и вот это выходит в дыму, твои действия. Блять, сори, чувак. Ты что там сделал, блядь? Я ничего не делал. Это само тело. Ты душить его начал? Нет. Ну ладно. Мне 16, зовут Рустик. Я Семга. Ага. Здравствуйте, я Иван, крутой молодочок. Да, блядь, это не я. Блядь, Вань, ты заебал нахуй треки включать. Прямо сейчас рисую неонку. Подписывайтесь, подписываемся. Ваня, а, Влад, учусь на юриста и параллельно стримлю. Ваня, для меня ты являешься... Да это не... Ну, блядь, прекратите! Ваня, для меня ты являешься мотиватором в сфере стриминга, как бы глупо ни звучало. Спасибо. Привет, Ваня. Спасибо. Привет, чат. А кто-то сказал, что стоил сегодня не тронет. Я и не трогал, блядь. Это он меня потрогал. Стол ебаный. Спасибо большое, смотри дальше. 14-16 лет, спортики. Ну вот левый самый спортик, как будто. Вот смотри, левый засос вот этому в центре поставил. Следы. Да, у них там свое спортивное движение, блядь. Вот так. Такое есть. Нормально. Бля, девчонки, брови, бля, 10 из 10. А он может ключи от дома повесить себе на ухо просто, чтобы не забыть, если что? А, блядь, мужик, это как бы, ну, это серьга. А, простите, бля, I'm not understand, ебаный в рот. Very well. Рамис, Данил, этого тоже видели мы. Илья, прикольно, Илья. Все фильтры, блядь, вообще всех приложений мира на лицо применил. Мне кажется, это фотку в мюзикле LY делал, блядь. Ага, вот такой есть.
Вот такой есть. Все. Хуя, это хуя, один хуя, человек. Блядь, хуя. А сколько он фоток кинул, блядь? Все, что не кринж, это скучно, поэтому я кринж. Ой, как будто левая твоя, а правый мой. Ну да, женщина сзади, это подписчица, да. Да, Роза, ебал. Светловолосый нефор, 18 лет. Ебать на тебя похож, пиздец. Знаешь, мне иногда кажется, что если, ну вот, твоего стрима запустит любой неформал с такой прической, то, ну, девочки не заметят даже подмены. Ты чё, ебанат, что ли? Я вообще, нахуй, вообще меня нельзя, блядь, не заметить. Ваня, ну, я не знаю, как будто прям вот, вообще... Ну, блядь, сколько можно эти видосы показывать? Кам дерзко and deepens. Запутался в себе. Мотонаборный период у него. Ну, мы скинулись, как бы, вот если по-честному говорить, там написали на бизнес-почту, мы как бы скинулись, блядь, вдвоем. Как бы, надеюсь, парень поможет, блядь. Посмотри, что он написал в конце, чувак. Ищу девушку. Тихо! Ищу девушку 130 сантиметров с молочными зубами. Дань, ты что, блядь? Ты что, ёбнутый, нахуй? Даня, записано это все, нахуй, что ты там прочитал? Алло, будик, блядь, ёбка, не гавкай, нахуй, мимо будки. Музыкант Евгений, 20 лет. Знаешь, где это? Это в метрохе, блядь, это, по-моему, там переход где-то с Рижской, по-моему. Ой, блядь. Просто в метрохе ебанул. Вот такой есть, блядь. Админ... Это Бэйби Мэлла, блядь. Никнейм админ троллла у него. Меня зовут Ильнур, 18 лет. Сначала тушая, потом как словим волну, не курю, не пью, не... Угу. Прикольно. Люблю тусы и любой движ. Ребят, вот это, кстати, движ, нахуй. Бля, охуенно. Бля, у тебя было такое, что ты со школы выходишь, вот у тебя день рождения, и ты видишь вот этого медведя, и ты к нему подходишь, и он, оказывается, к тебе был заказан. Да, я помню, знаешь, какая тусовка была ёбнутая. Один раз с пацанами выходим, там просто стоит медведь, я говорю, пацаны, пошли затусим, и мы начали с ним фоткаться, короче, очень круто тусовались. Это супер тусовка. Бля, охуенная тема. Плюс вайб. Андрей, 18 лет, студент, целевая, дерзкая, 69. Алло, целевая, здравствуйте. Здравствуйте. А какого хуя он у меня на трубке, блять? А зачем вы привязали к письке гантелю, это правда? Опа. 18 лет с кентафариками. Это что, блять? Хуй знает. Опа, пацаны. О, вот эти нормальные кенты, ёпта. Вот правый нормальный, левый такой, жиденький немножко. Не, ничего, я думал, подрастет. Куда ему расти? Александр Коммерсант, 24. Посмотри, у него аргумент, блядь, торчит. Бабочка не задерживается на одном цветке. Вот так вот, блядь. Ауф. Ауф, бля. Сосовод фотку скинул. Ну а чё, блядь? Ух ты, блядь. Да доебали вы меня! Блядь, у меня ж голос рвется, сука. Играю в баскет, фоткался с Диппицем, добрые, любимое блюдо, блины. И вообще передай привет Deep Mix, меня заставили. Привет, Deep Mix. Никита, подходит сын-червячок к маме и спрашивает, мама, где папа? Момыч отвечает, червячок, да пошел нахуй, блять. Влад, 19 лет, люблю общение людей, хожу в зал, туда-сюда миллионер, работаю в компании, являюсь админом одного предприятия, предприятия, сука, тяжелые слова пишут. Это, блядь, это тяжелый случай, если честно, ну, просто. Имей в виду, что пишут тяжелые слова. Я заметил, блядь. Предприятие, тяжелейшее слово, ну, вообще в лексиконе неиспользуемое. Костя, 26, справа Семёныч. Вообще он на Калагриева похож. Да, блядь, мам, пожалуйста, перестань мне сыпать. Блядь, Костя, 26, справа Семён, 14, прикольно, да? Ну, нормально, нормально. Даня, 20, у меня большой хуй, но маленькие нервы. Это про тебя. А, нет, стоп, это не про тебя. Артём, 24 года, выпускник «Красивой жизни», депенсиатка третьего разряда. Ты видишь, что там в конце написано? Ой, блядь, хочу встречаться с дерзкой 69. Это и написано в конце! Боже. Я самый красивый. Почему у него, ну... Я не могу, это... Это пиздец, у него цвет пляжа, блядь, у него песок и небо нахуй. Посмотри, тут написано шпана на футболке. Буква ш... Только нафинский все-таки немножко.
Нормальный типок, нормальный, четкий. Слышишь ты, блядь, за углом подышишь. Я тебе, сука, за мать на тебе не слышу. Слышите, ты чмо. Блин, нихуя, он так-то зачехляет. Меня зовут Федя, 19 лет, и я краш всей мультивселенной. Прикольно, Федя. Нормальный чип. Оцени, как он бабочку раскрыл, плиз. Бля, лишь бы что-то другое не раскроешь, после этой бабочки это пиздец. Ой, блядь. Какой довольный, смотри на него. Бля, Фидос, легенда, W. Он на ежика похож чем-то. W в чат за Федю, бля. Вот он. Пиздец, что нахуй. Вот фетишисты в чате есть? 14 лет воюю с овощами на кухне, пока что выигрываем. Это так понимаю, хочу быть как спокойнич, но что-то не получается, буду бриться под дерзко. Вот мне нравится, знаешь, что-то не получилось, просто на лысо нахуй взял. Вот это хорошая идея. Артём Кунжут, первое фото с братком. Запутался в себе, я пытаюсь. Это просто пиздец. Ух ты. Это кто, смотри? Дима Златоуст. Мужик. Дима, 25 лет. Медбрат на скорой помощи. Всем привет. Здорово, Дим. Красавчик. Здорово, бля. Охуенная работа. Легенда. Или я увлекаюсь волейболом, баскетболом. Прикольно. Вот так вот два, блядь. Иван Гай, блядь, справа. Это как, нахуй, скуфнутый, правда, не блядь. Ой, блядь, чувак. Ну ты придумать любишь. Слышишь ты, блядь. Да отъебистись. Слева на Хелена похож, мужик. Блин, пиздец, какое-то общество бородатых мужиков, прикинь. Ну нам туда не вступить с тобой, блядь. Привет, я Паша. Да, да. Бля, что будет, если ты бороду отрастёшь? Я буду очень брутален, я думаю. Она тебя перевешивать не будет, что ты как из Скуби-Ду будешь ходить, как Шегги, блядь, немножко на голову вперед, потому что перевешивают волосы все-таки немножко на лице. Ой, бля, чувак, а это пора, что ты записку привязал к гантели, бля, 20 килограмм? Бля, это не так, не должно, то есть все методы на войне хороши, понимаешь? Так, сыкотик здесь. Вот он такой есть. Охуеть, невероятный. Арсений, 15 лет, хожу в кадетскую школу, увлекаюсь дотой. Женщины меня предали, так что я стал сигмой. Ну, типа, глэк немножко там, немножко сям, из Рязани. Недоволен тем, что Диппинс украл мой стиль. Дайте денег на покушать. Ага. Максим, 17, занимаюсь карате, Диппинс хуесос. Хорошо. Классно. Егор, да, Артём, 15 лет. Егор, Артём, мы любим порно. Есть ощущение, что чел справа сдрочился уже, бля, весь уже высох, сука. Он, блядь, 3 часа не может найти нормальное видео, потому что что-то он смотрит, блядь, уже посмотрено. Это тот чел, который на последней вкладке порнхаба, блядь, сидит, ничего не может найти. Да, и он пишет, блядь, еще в чате. Пару слов, Кирилл, МСК-программист. О! Егор, тиктокер, учусь на веб-разработчика, хожу в зал, 90 от груди. 10 присед. Вот такое есть еще. Это мы видели. Данил, 20 лет, музыкант, поэт, просто хороший человек. Ой, бля, ничего себе. Программист. Ну, по нему сразу видно. Ну да, там этот, кодит, блядь. Угу. Вот так есть. Блять, все-таки пытается быть пацаном в доску, но все-таки каблучок-то сразу заиграл. Дерзко 69 мощный. Привет от Диппинса, Диппинс краш. Ани Кейм, 16, ненавижу себя. Круто загадочный за экстра гуля ССС ранга. Бля, я не могу, ну это просто, Он как будто из блюлока вылез, понял? Ну вот у него прическа блюлокская такая, он как будто вот чисто сейчас партийку футбол, бля, VR поиграл нахуй, запотел уже и сидит. Нет, это просто вот, это вот... Да я не запутался в себе, блядь! Это вот, знаешь... Как будто это к нему адресовано было. Это просто вайп... О боже, твоя мать! Вот этот чел просто, вот я говорю, вот он увидел пост, он вот так поворачивается, фоткается и поворачивается обратно и отправляет. Вот это вот такой. Ну да, подожди, у него учебники за какой класс, блядь? 7-8. Геометрия, 7-8-9. А, у него 9 класс. Меня зовут Дмитрий, мне 23, люблю аниме, Берсерк, Диппинса и Дерзко. Что вершит... Ой, ну тут цитата. 18, офишел бомба, самый чудесный парень на свете. Ладно, молчи. Мы устроим молодой, блядь.
Ну, у тебя половина фоток мы уже видели. Кто тебе фотки подбирает? Вот такой есть. Захар, 15 лет. Ищу Сигму и Милфу. Он типа их состыковать между собой хочет? Он, тип, типа... тип на перемене играет, его просто сфоткали и отправили нахуй. Трап Гладиатор. Так, смотри, подштанники у него... Ой, эти подштанники, блядь. Лопоты нахуй, такая кепочка, блядь, Лонсдейл. Но он, короче, блядь, непростой типок нахуй. Ух ты. 19 лет. Пошел нахуй. Вот такой есть. Да, Мирон. Сука. Это, кстати, мой чайдер. Это помесь, блядь, покойнича и Литвина какая-то. Блядь. Я Мотя, ебаный в рот. Одноклассники называют Копейка, блядь. Блядь, человек меня плавит, блядь. Да, это вообще пиздец, чел. Пиздец, Моть, конечно, ты Сигма. Ого. Встает. Ну, тебя нет. Нет, вроде сидит. За что сидит? Я не знаю, блядь, ну... Что-то очень страшное. О, ебать, ты посмотри, слева. Лего. Бля, пиздец, тут комбо. Нолик, он наш. Ой, он, блядь, как бы, ну, дает жест небольшой, такой чисто. Чтобы не забывали. Это вот когда Иван Золо в Телеграм пишет «Привет, мои золики». Вот это типы, которым пишут «Привет». Ну да, да, да. Че, он там что-то про себя хоть написал? Нет. Я чем больше смотрю на эту фотографию, мне тем смешнее. Посмотри! Да не, лицо это вообще пиздец, я ладно. Я даже не могу передать его эмоции, блядь. Как будто я опечален, и ему страшно, нахуй. Как будто знала, к нему подошел и попросил сфоткаться, блядь. Посмотри, это вот он стоит с двумя пальцами перед тем, как он воткнул их ему в глаза. Ты знаешь, из аватара у них косички были, они коннектились типа, к другим животным. Мне кажется, он сразу к двум может приконнектиться. Ой, блядь, вообще пиздец. Мне сейчас ебало треснет, нахуй. Мне привет, мне 13. Люблю петь песни этажи. У меня немножко проблемы с головой, но я не тупее Диппинса, всех целую за попочку. Было бы охуенно, если бы он по-честному написал, что у него плоскостопие еще и все. А чьи вот это, блядь? Это он пальцами держит, нахуй, на гейм телефон или что? Или это мама он попросил фотографировать? Он выглядел, он выглядел. Это колено сестры. Она просто маленькая. Баскетболом занимаюсь. Аня Нежельской, привет. 15, не ебу, что говорить. 16, бизнесмена, водитель. 16, 19. Денис, 27. Люблю посмотреть стримы после работы. Прикольно. Нормально. Охуеть вообще просто. Я бы его президентом каким-нибудь назначил на похуй. Бустеренко. Фото Славы с Конецкой школы. Ой, блядь. Одноклассники Бустера есть? Узнали его, нет? Ох, блядь. 15 лет, Deep Peak. Слов нет, я не мой. Вот такой есть. Фотки для стрима Потлатова. Работает в сфере ресела и криптоинвестирования. Ярый фанат фриков, ненавижу стримы Диппинса, а еще люблю сов. Никакого гейства, только мужской секс. Прикольно. Лучше так оставил бы. Да, 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 лучше так это здесь оставил бы. Георгий, 14 лет, Сигма, изрисовал бланк, нахуй. Ой, блядь, что вы мне тыкаете? Ой. О, блядь. Алексей, занимаюсь 4 года в качалке, работаю программистом, люблю Диппиниса.
Прикольно. Тут хотя бы уже крупненькие ребятки пошли нормальные, блядь. С прическами, блядь. Я нефор. Я нефор. Факт. Эльдар, 17 лет, наш слоняра. Лиза Кокух, пизда, Милана, здорово. Ярослав, 17, опухоль. Чувствуем, блядь. Артём, 19. 14. Немного тупой, хорошо, что немножко. Проблема. Кончаю на лысину дерзко. Давид, 14 лет, очень тупой. Блять, а нахуй ты мне две фотографии скинул? В одной ты немного тупой, во второй очень. Святослав, 18, краш всех бигмаков. Арсений, 17. Я подписчик дерзко. Так. Люблю Ваню, живу в Москве. Это дает больше шансов мне. Ух ты, бля. Сейчас Лива и Мильчик, мальчик Витя, люблю бить девочек, 13. 16 лет ему. Нас, правда, тут немного, но собрались, чтобы сфоткаться на стрим Диппинса, фанаты. Вот третий слева вообще охуенный, типа, прикинь. Блин, третьего слева с первого сразу в пятый закинули, прикинь. Бля, вообще не кричал прям. Ну знаешь, как я определил, что это пиздоболка? Потому что ник Арина коллекционер, которая фотку скинула. Это просто, блядь, моя фанатка попросила пацанов из класса сфоткаться, нахуй. 14 лет, город Омск, нихуя. Это... Ну, ты видел, что там машина перевернута, или тебе похуй просто? Она просто боком, блядь. Мне 15, мне кайф жить. Как на Даню Кравчина похож, слышишь? Ну да. Ну как бы эстетика так и прет. Да. Сколько у тебя денег, сука? Глеб. 14 лет готов. Готов выстирать на раз дерзко. Но учитывая, что у него на полу воровские звезды, то он мега крутой тип блатной, блядь. Владимир, 20 лет, хуярю в доту, качалку гоняю на велике, смотрю хентай. Это помнишь, тип в шапке-ушанке, старый-старый мем, который... Бля, что же он там говорил? Он в ванне еще сидел, блядь, какую-то хуйню нес. А, и ты... Плачущими глазами. Не, не помню. Бля, охуенный мем был. Который «Закрой свой рот, ебучий». Ну, еще старше. Ну ладно, хуй с ним. Это прям древняя хуйня. Максидир Рома занимался 12 лет бальными танцами. Это, кстати, модер Ликса, по-моему. Да? Да. То есть Ликс под себя мальчиков каких-то, да, подминает? Причем еще и из бала. Угу. Ну, как бы удачных им танцев. Иван, здравствуйте, каково вам быть таким красивым парнем? Я Дмитрий, 14. Бля, пацаны, если вы... Да пошла нахуй! О боже. Бля, сколько тебе ты этот трек уже заебал включать? Пацаны, если вы вот так сделаете волосы, как у меня вырастите... О боже, блядь. Если вы вот так сделаете волосы и поставите их на челку, это не значит, что вам плюс 5 к красоте. Ну или значит, кстати. Хуй знает. Не, Ванёк точно не значит. Не знаю, ну ты бы с писькой на гантели вообще не пиздел. Я могу позволить себе пиздеть с писькой на гантели, нахуй. Привет, мне 15. Классный парень. 19 годов, смотрю дерзко. Матвей, хорош, 18. Блин, легенда. Ух ты, бля, деловой. О, Бразишкин. Всем похуй! Бля, у меня вопрос, всем, почему всем, у него волнообразный всем. Потолок, блять, из чего он сделан? Хуй знает. Или это знаешь, как землянка, блять? Бля! Модератор лысого фрика, ебашу доту, обманываю подписчиков. Да это мой модер. Ты можешь не поверить, но это он придумал горловой минет, охуеть. Это я все фотки делал, если что, давным-давно, блять. 18 лет. Ух ты, бля. Так. Этого видели? Что это? Перестань. Бля, он розыски просто. Ой, бля, девочки, пишите в инсту, говорит, блядь. О, пиздец. Это пиздец, ему лет 10, нахуй. 15 лет, люблю Нутеллу. Так, окей. Это смертельный файл. Вот знаешь, его в красный покрасить, и ты просто смотришь, типа, и, ну, медленно погибаешь.
Я сейчас сдохну, чувак, это просто пиздец. Скоро буду накачанный и смотрю его. Она! Бля, нормальная тема. Блять, еще раз я выключаю мемы. Артем 13. Что это? Чем ты недоволен, блять? А как он? А как? Ты смотри, у него прям хуй между глаз. Он бровями держит просто пичку. Ты посмотри, он бровями держит пичку. Тебе Ярик не 14. Это программист. Чат сфоткал, нет, блядь. Это программа, это код, это Visual Studio. Это чат, это чат. Нет, это Visual Studio. Нихуя. Возьму приглашение в будущее. Угу. Что сказал Камикадзе в самолете? Сука, пошла нахуй, я выключаю. Что сказал Камикадзе в самолете, показывай один раз. Прикольно. Поеду. Ага. Ага, ага. Да, ребята, это вообще пиздец. Шурик 16, блядь. Бля, мне надо было к себе зарепостить, ты бы охуел, какие типы бы залетели. Ты бы просто охуел. Так это же я сделал после того, как мы сделали конкурс. Там тут скорее куча твоих. Мне надо было перерепостить к себе, чтобы мои пацаны к тебе залетели побольше. Вот, вот типа таких. 26 лет, тренируюсь давно. Ты думаешь, просто он тебя смотрит? Какой у него рост, учитывая, блядь, и какая длина ног, нахуй. Хуй знает. Он очень его. Высокий, блядь. Даня, 17 лет, занимаюсь хоккеем. W, Дань. Ого. Кочки возле пня, грибочки, грибочки, растут в лесу на кочке, грибочки, грибочки, папы, мамы, дочки. Ух! Тяжелая смысловая нагрузка в данном видеофрагменте, продемонстрирована данным подписчиком. Григорий, 36-38, люблю смотреть Диппинса. Влада. Да это пиздёж, но я же вижу, что вы пофоткаете... Твою мать! Вы фоткаете пап своих, блять! Ого, Паша 16. Паша, что ты сделал? Ебать, а что у него со спиной? Что он срёт, блять, в актовом зале? Это челлендж от Влада Бумаги. Ой, блядь, что это? Понятно. Эдуард, 20 лет, образование, нефтяник, ваш будущий губернатор. Бля, нихуя он круглый, ты просто посмотри, какая хуйня. Чувак, это пальто. О, 19 лет. Блин, нихуя крутой подписчик. Нормально, нормально. Это один и тот же человек. Да, просто ракурс. Просто, блядь. Охуеть качество фотки не из интернета, блядь. Присел посрать. Ой, блядь. Что ему тут, блядь? Ему комбайн по зубам проехался или что тут такое? Это молочные выпадают в моменте. Сменка просто. Ну, это прям сейчас, смотри. В 20:34. Всё. А мы уже почти... Петя обыкновенный, 15 лет. Боже... Спасибо. Бля, Ванёха, давай только тикток запишем. Как в прошлые пацаны. Нет, Дань, иди нахуй. Ну, в смысле, ты охуел? Нет, что ты хочешь? Тикток? Включи прошлый тикток. Включи. Блять, ну ты прикинь, ты этого выдал в лайк, нахуй. Да, я туда ничего не больше не выложу. Ну а хуй с ним, типа, ёпс. Один раз живем. Я уже это проходил. Вот это, если что, зубенку мы... Он даже без пенала, без учебников, ему похуй. Да, это он приходит. Это уроки к нему приходят, а не он на уроки. Да, это он дома сидит вообще, к нему все пришли, блять, домой. Опять этот тип. Бля, все это. Бля. Дима, 17, учусь на матроса, хочу быть похожим на бустера. Чел слева смотрит, это вообще человек думает или нет, блядь. Я думаю, с бустером фотку сделать. Денис. Диман. Сережа, мисс Ник Вов. Я Женя, блядь.
Я не нефор, просто так получилось. Угу. Даня 17, люблю хуи. Бека, Лёха пошлый. Федя. Ой, блядь. Ян 16. Ебать. Ванёк 16 лет. Я просто в ахуе. Ух ты, ебать, у него плечи широкие, чувак. Ну а ты думал, ёпта, залп ходит. О боже, блядь. Увлекаюсь под партой дерзко. О боже, что это за хуй? Бля, что это за ублюдок какой-то? Не пизди, ладно, он тебя сложил, блядь. Бумажку, блядь, 5 раз сложил. Бля, чувак, как тебе на мне короткие волосы? Бля, ну честно, мне кажется, с короткими тебе нормально вполне. Я тоже так думаю. Под 0.3, конечно, тебе лучше не стоит. Я понял, блядь, я просто выбрал более тяжелый путь, понял? Я просто решил, через девчонок забраться, понял? То есть, Я как бы понимаю, это too much. Но знаешь, вот чтобы мне через девчонок забраться, это мне пару голых рилсов в Инстаграм закинуть нахуй, я могу уже сидеть с нормальным онлайном. Ох, блядь. Ну, братан, ты себя переоцениваешь. Думаешь? Ну, думаю, да. Ну, ладно. Ладно, ну вот этот же реально краш. Не, ну краш, да, конечно. Бля, чат, да? Бля, гавкает, пиздец. Это если что, ребенок, Дань? Да хуй с ним, ёпт. Кто у тебя гавкает там, бля? Да псы какие-то, нахуй. У меня W встал. У меня типа встал, понял? А почему все L хуярят? Да это, типа, не знаю, мы, походу, в разных чатах сидим, у меня всегда W пишут. Не, я понимаю. Ой, бля, все, брат, пацаны кончились, они уже дальше мемы просто скидывают. Там уже мужчины, мне кажется. Да, давай просто посмотрим до конца, кто здесь там сейчас. Че, бля? Ой, блядь. Бля, люблю пить по ночам пивас и ставить ученикам двойки. Кувырок с перевыпердом. Друг Ромы, ага, хорошо, спасибо. Классно. Евгеха, мой бро, Артемий. Доброе утро, стая. Малайер. Ух ты. Бля. Я ждал его. Денис 22, я ебал Диппинса. Покажите Малайера. Нету тут Малайера, ребят. Слышишь? А вы Дэна в итоге нашли? О, Малайер. Это мой модер, оцени форму. Нормально. Ну как? Не сухонький нихуя, может ракурс такой хуёвый. Ну нормально, что там, пару лет занимается, наверное. Дика 2-1.5. На дуты. Он что, в носках, что ли, в дал ходит? Бля, Малайер, тебе на тапки скинуть, баблейшка. Рост 190, вес 92, а себе модератор Twitch канала Диппинс 0, да, своими руками как поднять штангу, так и забанить вас в чате. W, это мой модератор. W, чат! Это у тебя одни девочки в модераторах. Ты чё, еблан? Вообще забей, тут одних мужиков только сколько. Бля, ну я видел, у тебя весь чат там, ну, типа, не переписывается, как у них сегодня день в школе прошел, ну, типа, с какими мальчиками они общались там, чем красится, блядь, вот это Лореаль Париж, нахуй. Мы, походу, в разных чатах сидим, мужик, реально. Ну, там, карандаш от пупы, блядь. От пупы. Помада, нахуй. От залупы, блядь. Угу, угу, угу. Ох, Дань, блядь, спасибо большое, посмотрели мы с тобой мальчиков чуть-чуть. Пожалуйста, тебе большое, что посмотрели твоих мальчиков, как бы, ну выберешь самого красивого. Это были плюс-минус твои мальчики, то есть просто раз... Не-не-не, там моих минимум. Чё это вдруг? Ну, вот я своих сразу же издалека вижу, это лысый, накачанный и, сука, злой. То есть ты отказываешься от своих детей? Нет. Дань, блядь! Это правда, что ты привязал к писюну гирю? Ну нахуя вот это вот, блядь, разгонять? Да! Привязано и привязано, подвязан, блядь. Понял. Нахуй. А можете меня расширить максимально, типа, широко на камере сделать, чтобы я выглядел, как будто я мега здоровяк, нахуй, я просто, ну, заключительную позу сделаю. Давай. Все готов? Да. Бля, ебать, ты слабость просто тупая. Ты меня растянул на весь экран? Да. Сука, какой мощный. Бля, Вадёк, ну это просто... Нет, все, я не могу, я делаю, блядь, Ваня, это, ребят, это, блядь, из мема «Кто нахуй?» Помните? Дань, а можешь встать, понял? Руки кинуть вперед. Дань, слышь, Даня. Так. Дань, смотри на меня. Можешь, пожалуйста, вот так встать? Вот так.
Так, сейчас смотрю. Так ты не показываешь, как, блядь? Показываю, долбоёб! Вот, смотри, вот ты стоишь обычно и вот так вот. Так. А, сейчас. А, я понял этот мем ебаный, сейчас. Это новый мем, кто нахуй? Ой, блядь. Смотрите, я на нем как на гармошке, нахуй. Сейчас, подожди, а теперь давайте вот так вот. Пойдет? Да-да-да. Все, четко, ёпт. Он не те мышцы напрягает, я его вот так растягиваю, он показывает вот эти вот, блядь. Ладно. Дань, давай, пока! А? Пока! Давай, пока!